Ребята, всем привет, с вами Александр, и сейчас мы немножко качнем анкитерозавра в целях подготовки к нашему текущему бою. Итак, я выбрал для прокачки именно анкитерозавра, а не других, потому что он нам нужен будет и 20 левела, чтобы когда-нибудь, может быть, создать трикозавра. Давайте мы сейчас его качнем. Он у нас теперь 17 левела, у него почти 3300 жизни, 645 урон. Неплохая скорость, как для броника. 115 броня, 30. Есть замедляющие удары, есть контратака. Ну, половинка. Так, и давайте заглянем, кто такой у нас трикозавр. Это... Ух ты, прикольно. Вот, для каких целей нам нужно будет прокачать Рекс. Давайте качнем Рекса. Почему бы нет? Я только за. Качну Рекса. 15 тысяч. Да. Тем более, что скоро все-таки я насобираю там 4 с чем-то тысячи золотых монет и смогу купить еще 200 тысяч монеток, так что все у нас будет хорошо. Так. Вот такая вот, в общем-то, у меня команда сейчас. Как вы видите, здесь в основном броники. Но один для подстраховки велосираптор скоростной стоит. Почему такая команда? Сейчас вы узнаете. Но перед этим давайте откроем наши награды. Тут у меня 15-минуточка и 3-часовочка осталось. Вот так вот. И возвращаемся мы на карту. И видим, вот, у нас есть эпическая башенька, одна единственная осталась, остальные я попроходил. Нас здесь ждет три битвы, и там я вижу монолофозавр, да? Это ваши противники, команда хитрых существ. Мы уже сражались в прошлой или позапрошлой серии, у нас были хитрые существа. Мы туда пошли, скажем так, неподготовленные, пошли обычной командой. И, в общем-то, это плохо, плохо довольно-таки, тяжело шло. Так что сейчас давайте-ка мы попробуем... Ну, кстати, здесь еще Раджа-килозаврик стоит, как бы, ну, не по делу. Он не входит в команду, у него нет замедляющих ударов. Ну, давайте мы еще его тоже как-нибудь его прокачаем. Ну, точнее, протестируем еще. Начнем с него бой. А там посмотрим, как будет. Он у нас бронированный, да, но его главное преимущество в виде там защиты, короче, нельзя применить. Потому что будет обнуляющий удар от нашего противника. Потому мы так сейчас с него снимем побольше. Кстати, противники-то у нас же ядреного уровня. Что-то я как-то... Что-то я как-то расслабился. Ну, вот это... Ну, просто так взял, потому что все равно сейчас его снимут. Что обычный щит, что этот. Опачки. Ха, повезло. Противник не использовал нейтрализующий удар. Но сейчас использует, это точно. О, отлично, 277-275. Ну, вообще, на тоненького, еле-еле выдержал. Так, появился Дилас. Снятие положительных эффектов. Ну, у него тоже это все дело есть. Контратака. Удар. И стоит, пожалуй, подмениться нам. Чтобы не доводить, скажем так, до греха, давайте возьмем Трагодистиса. Снова этот долбанный удар. Контратака вообще ничтожно маленькая будет у нас. Давайте заберем у него скорость немножко. Да, наша броня так не продержит. Но у нас тоже есть очищение, кстати, это хорошо. И сейчас двойной урон ему давайте подарим. Давайте мне паралич, а потом двойной урон.
Ну, черт. Наш паралич сыграл с нами плохую шутку. Пропало как раз и наше преимущество по скорости. Ну, давай, пробей его. Наконец-то, 1162. Ну, так, как бы с натяжкой, конечно, справляемся, но мы даже уровнем пониже-то. Я на вот на это как-то не обратил внимания. Ай-яй-яй, мы сейчас его потеряем. Давай, Манастигатопс, я в тебя верю, блин, он всего лишь 16 левела. Ай-яй-яй, надо было нейтрализацию, на следующий ход придется ее делать. Мы будем все равно быстрее. Сейчас нейтрализуем с себя вот эту байду. И будет нормалек. Еще и двойной урон там. Не, полтора, по-моему. И следующий будет паралич. Так, паралич, но он уже будет быстрее. Все-таки это паралич... слава богу, мы его пробили. А так бы он походил. Ну, неплохо, да? То есть мы... правильно подобранная команда, даже более низкого уровня, нормально так справилась. Так, а сколько нам тут дают шансов проиграть? Один? Блин, одно поражение, и все, и хана. Блин, ё-моё. Так, теперь мы вот этого точно брать не будем. Давайте вот так вот. Раджа Килозавра брать не будем. Раджа Киллер. Давайте, Трагодистис, не зря мы его качали. Так, Диплос. У него нейтрализация и двойное снижение. Черт подери. У нас есть опережающий удар со снижением урона. Но он нам ответит тем же. Как бы это не было не странным. А мы вообще без урона это сделали. Плохо, плохо дело. Так, нейтрализацию он использовал. И мы нейтрализацию сделали. Так, давай его замедлим. Тут надо как-то, блин, разобраться. Удары все интересные, но их как-то нужно так по-грамотному скомбинировать. Снижение скорости есть. Но оно сколько? Всего лишь там на два хода, да? Снижаем ему, пожалуй, силу удара тогда. Снимать нужно опять себя сейчас вот этот негативный эффект. Без него никак. Иначе мы его вообще не сможем продымажить как-то по-людски. Ай, черт, это не с себя, это с него. А ну-ка. Ха-ха, и как раз он, ну, я хотел проверить просто. Так, опережающий. Ну, нам бы еще вот, конечно, его пробить бы было бы вообще хорошо. Блин, у нас есть снятие положительных эффектов с врага, но не с себя. Это, конечно, плохо. Ах, ты пробил таки нас. Пробил, гаденыш. Ну, сейчас Раптор тоже неплохо продамажит следующего. Да такой, палочка-выручалочка универсальная, Раптор. И мы потом сразу, конечно же, подменимся.
Но тем более, что нас замедлили. Так, ну что, давай, Стигадей. Очень больно было. Так, очищение. И хорошо, что мы ходим первыми. Двойной урон. А это обязательно нужно. Must have. Так, Стигадей мне нравится. Так, Галимим появился. Подлый, подлый Галимим. Его нужно замедлять. Так, ну, если был бы удар, который снимает положительный эффект из врага, было бы хорошо. Вот подлец. Но подменяться ему не на кого. И у него сейчас нет вот этого уклонения. А так 21 уровня он бы мог бы пробить нас легко. И, ну и Индоминус здесь бы как бы не зайдет, потому что у них есть нейтрализация, которая снимет с него невидимость. Но с другой стороны, у него будет доступен уже супер удар его. Что может взять и... Взять или не взять. Но мы, кстати, еще не сражались-то и нашими вот этими ребятами. Длинношеями. Так, а у тебя? Ну вот, вот этот интересный, мне нравится. Ладно, давайте не будем туда уже брать Индоминуса, попытаемся распетлять вот как-то так. Так, а ну каково же все-таки из них взять? Вот так что ли пойти? Даже вот не знаю. Ну давайте как-то так попытаемся. Хочется и попробовать просто разных. Главное, чтобы не проиграть при этом. Ну, открыться, наверное, стоит раптором. Главное, что у них нет очищенного. Скажем так, в приоритете очищающих ударов у них нет. Так, ну что, давай. 30% брони надо по титан. Какой он громадный. И косарь с него сразу сняли. Вот это было больно. Представляете себе, как это неприятно. Да. Вообще как-то не по приколу. Вообще как-то не зашел. Упс. Но мы не выживем. Да, ну и нейтрализация здесь. И чуть-чуть нам не хватило, конечно. Ну давай, раптор, выручай.
Выручил так выручил, конечно. Но остался жив. Так, перевес не в нашу сторону. Ну, нам один удар выдержать. Один простой удар. Крит. Я, правда, на это не рассчитывал. Так, ну у противника всего три, а нас-то четверо. Паралич и нейтрализация. Такой будет порядок. Блин. Плохо дело, паралич не прошел. Блин, сейчас монолофозавр нас тут затащит, короче. Очищение себя. Yes. И замедление врага. Двойной урон. И может пробьет. Но один удар мы по-любасу выдержим. Да. Молодец, стигадышка. Ну, такой интересный бой, да? С более сильным противником. 11 500. Галимимчики всякие тут. Дилосы. Монолофозавр эпический. И кулазух. Вот такие вот дела было, ребятки. Было интересно, надеюсь, вам тоже было. И вы поставите за это лайкосик. Всем пока.